прям лбом начинают биться с криками «Прости нас, грешных». Нет, это неправда. Нет, неправда. Остается два варианта, и теперь мы ждем от вас шесть, кто первым пришлет нам верный вариант. Мы повторяем варианты. Да. Это либо то, что в Англии печатают законы, акты на телячьей коже, либо... where the restaurant is. Pero sé dónde está el restaurante. Pero sé dónde está el restaurante. Thank you.
нашего водителя Сергея сложилось мнение, будто Навител строит лучший маршрут, чем Яндекс Навигатор и Google Карты. Навител. Ну все нормально. Все. Блядь! Попали нахуй все-таки, сука! Блядь! Господи! Он что, у него тяжело меч отобрать, он на здоровый, еще у него все-таки зачастки техники есть. Без нарушения правил там. О чем они спросить? Я там. Об их дружках, оставшихся на обувь. Ебаный придурак! Тех, кто сел недавно, вот об этом человеке. И хозяин писал авторитетом портрет резидента. Нужный ответ пришел неожиданно. Я тебе говорю, эта машина, он уже ушла от него. Все, он только вывалится. Ой, все, снимай. Видишь, что произошло? О чем я тебе говорила? Ну да.
Ух ты, блядь, заебень алмазы. Ёлк твою мать. Пиздец. Ух ты, блядь. Мама Мия, Слава, взад как-то давай, отъезжай от него, он может... У них этот подъездной путь, я понимаю. Там больше никто не летит. Двоим налево.